Идея создать музей оккупации родилась в среде грузинских историков, которые тесно сотрудничали с музеем, Национальным музеем Грузии и музей имени Джанашия, где мы сейчас находимся, вот это здание, оно является, этот музей является частью Национального музея, который представляет собой большое объединение, включающее в себя музеи, лаборатории, исследовательские центры. Идея рождения этого музея. Общеизвестно, что в период советской власти ряд моментов истории Грузии или истории России и многих других бывших союзных республик, он в какой-то степени оттенялся, затушевывался. И поэтому вот те данные, те материалы, которые выставлены на данной выставке, они представляют историю Грузии советского периода с 1921 года по 1990 год, именно в том ключе и в том плане, что практически было неизвестно посетителю. Я подразумеваю тут не только посетителей, гостей из зарубежья, дальнего или ближнего, не имеет значения, но и в какой-то степени даже местным жителям, гражданам Грузии. Музей оккупации. Очень часто возникает вопрос, почему именно оккупация? Этот вопрос возникает у очень многих посетителей, в основном, которые прибывают из-за рубежа, из-за пределов нашей страны. Хочу сослаться на историю, по-моему, она нам поможет. И, пожалуйста, вот еще в 1921 году, 27 января, представитель Реввоенсовета Российской Федерации Лев Давыдович Троцкий обратился к руководству Реввоенсовета Кавказского фронта и поставил вопрос исключительно интересно, можно сказать, очень дипломатично, хитро, позволю себе выразиться подобным образом, что каковы силы Кавказского фронта, может ли Кавказский фронт, может ли эта группа войск противостоять, он это подчеркивает, провокациям со стороны Грузии, и каковы силы и возможности при предусмотрении даже оккупации территории и прочее. Я точно не могу заручиться тем, что насколько вот этот момент был известен организаторам и устроителям данной выставки, но, по-моему, тут перекликание вот этих двух моментов в какой-то степени может поддержать заголовок, заглавие самого этого музея или же этой выставки. Ибо произошла война, грузинская сторона была разбита в этой войне, не очень долгосрочной, хотя сражения шли с переменным успехом, поэтому представив это именно как оккупацию, то есть вторжение чужих войск, иностранных войск, низложение законно избранного правительства в результате всеобщих выборов, что произошло еще в свое время в 1918 году, низложение этого правительства и установление советской власти посредством, конечно, очень энергичного вмешательства 11-й Красной Армии. Кроме того, в феврале месяце Ленин 15 числа февраля 1921 года прямо издает директиву и обращается к руководству армии, что необходимо оказать немедленно надлежащую помощь повстанцам, которые сражаются за установление советской власти. В первую очередь, наверное, то, что Грузия, будучи постоянно в течение тысячелетий, даже не столетий, яблоком раздора между держав разных эпох, всегда находилась в очень трудном международном положении, и эта традиция, эта историческая тенденция в какой-то степени сохранилась и в 20-е годы 20-го столетия. Если мы прибегнем к идее мировой революции, которая витала в тогдашнем руководстве большевистской партии, то, наверное, и не следует удивляться, что Грузию постигла та участь. Грузия, которая в 1918 году объявила свою независимость, провела всеобщие выборы, многопартийные, государство стало независимым, обрело свое правительство,
многопартийная система, функционирование, значит, многопартийности, демократии и прочее, все это, к сожалению, вот этот опыт был оборван, прерван насильственным вмешательством. Вот это исключительно прискорбный факт. Конечно, всегда надо скорбеть, всегда надо сожалеть о негативных моментах, хотя для истории не существует положительного или отрицательного явления. Она абсолютно независимая, объективная и, можно сказать, равнодушная. Но вот показать, что Грузия шла каким-то своим, ей уже избранным путем исторического развития, и, к сожалению, в силу превратности, опять-таки, той же истории, которая верховодит и властвует над человечеством, стране пришлось насильственным образом сойти с того курса, который ею был избран, и оказаться под властью власти Советов именно. Вот, наверное, само заглавие, это уже моя личная трактовка, уважаемые друзья, советская оккупация, ибо советская власть была оккупантом, власть. Конечно, эта надпись и эта выдержка, она присутствует, и от нее отмежевываться просто-напросто невозможно. Но давайте вспомним еще один момент. Это было государство рабочих и крестьян. Это было государство социализма, коммунизма для всех народов. Так что присутствие, допустим, в Политбюро, в Центральном комитете, в Совете народных комиссаров, представителей разных национальностей, это, конечно, можно тоже трактовать по-разному. Там были представители великорусского народа, там были представители, допустим, еврейского народа, грузинского, украинского и прочее, армянского и прочее, и прочее. Но в то же время государство, которое стремилось создать новую общность, советский народ, народ, который строит новое будущее, и в то же время оно в какой-то степени зыжилось или должно было быть основано на оставе прежней царской Российской империи. Опять-таки, вот позвольте обратиться к истории, уважаемые друзья. 1918 год, подписание Брест-Литовского мира. Ленин говорит, ратует за этот мир, супротив некоторых членов Политбюро и ЦК, Совнаркома, и говорит, что несчастный мир, позорный мир, но история возьмет свое. И то есть тут надо это все трактовать таким образом, что упразднением этого мира можно будет вернуть все те земли, которые ранее пребывали в составе, допустим, бывшей царской Российской империи. Тот же Кавказ, Закавказье, который был лакомым кусочком, допустим, для Османской империи, впоследствии для младотурков, допустим, та же Западная Белоруссия, Западная Украина и так далее, на которые обращала взоры кайзеровская Германия. Так что это, позволю себе выразиться подобным образом, некая ободоюдоострая такая сторона вот данного вопроса. Тут, допустим, и многонациональность, и братство народов под знаменем всемирной революции, в то же время остов прежней царской и Российской империи. Конечно, история, она, можно сказать, двухстороннее явление. Нет абсолютно положительного, нет абсолютно отрицательного, как гласит старик Гегель в своей философии истории. Конечно же, выставка тут показывает именно отрицательные стороны советской власти, пребывание Грузии под властью Советов, то есть тот момент, который пережили практически все народы бывшего Советского Союза, начиная с русского народа, те отрицательные стороны советской власти. В то же время, конечно, жертвы, расстрелы,
ссылки и так далее и тому подобное за то, что, допустим, люди, человек принадлежал к старому режиму, был старорежимным и так далее и тому подобное, гонение на церковь, закрытие церквей и прочие такие, знаете, не побоюсь сказать, варварские мероприятия, которые были свойственны советской власти в масштабах всего Советского Союза. От этого пострадали все люди, все нации и народы Советского Союза. С другой стороны, конечно же, нельзя только лишь видеть отрицательное, нельзя только лишь все оттенять, и как раньше, допустим, затушевывалось в период советской власти все плохое, сейчас, конечно, я как историк не имею права затушевывать и в сторону отодвигать то, что было хорошее, потому что, вот, например, у нас есть экспонаты, которые указывают на очень печальные страницы истории, когда просто это получается так, что мы выдвигаем всегда лиц, которые на передовой общественно-культурной, научной и политической жизни, конечно, терроризировались и простые рядовые граждане, и их тоже не следует забывать, ну, например, террор против таких выдающихся деятелей культуры, как выдающиеся театралы, музыканты, писатели, поэты, ученые и прочее, и прочее. В то же время, конечно же, как говорится, грех будет скрывать и отрицать, что вот тот же период грузинская культура, грузинская наука и прочие стороны общественно-культурной жизни, они действительно достигли исключительного рассвета. Вот, например, возьмем науку. Осмелюсь сказать, что три направления в науке: математика, психология и, значит, естественные науки, биология, они под руководством таких выдающихся ученых, как академики Мусхалишвили, Узнаца и Бериташвили, она получила всеобщее мировое признание и поднялась на уровень международных стандартов. Я отвечу следующим образом ваш вопрос. Давайте обратимся конкретно к выставке и ее содержанию. Оккупация. Тут подразумевается, и устроители выставки ставили себе целью именно показать то, чего никогда никто не показывал, что фактически было неизвестно рядовому гражданину, будь то гражданин Грузии или гражданин любой другой страны, бывшего Советского Союза. Поэтому тут показана именно вот эта сторона. Например, вот прежняя выставка, тут в этих залах располагалась выставка истории Советской Грузии. Вот там как раз были показаны все эти замечательные достижения деятелей культуры, науки, вот тот же академик Бериташвили, физиологии, о котором я упомянул, академик Мусхалишвили, академик Узнадзе, психологии и так далее. Вот там были показаны вот именно те стороны. Или же, например, участие грузин, граждан Грузии, сынов Грузии, сынов и дочерей Грузии в Великой Отечественной войне Советского Союза, когда представители Грузии внесли свой весьма существенный вклад, сражаясь плечом к плечу с другими народами Советского Союза против врага всего человечества – гитлеризма. Я однозначно выражу свое собственное мнение, это подчеркиваю, что это люди-победители нацизма, которые победили гитлеризм совместно со всеми народами мира. Потому что, как только началась Великая Отечественная война, на второй же день Черчилль выступил в парламенте и сказал, что никто более моего не говорил отрицательного в этом государстве и не беру ни одного своего слова назад. Но, ежели бы Гитлер вчера вторгся в ад, я бы протянул руки помощи дьяволу. Тот, кто борется с Гитлером и сражается с ним, наш друг. Его пособник – наш враг. Давайте начнем с того, прошу прощения за оборонительную позицию и контрудар. Вряд ли мы будем правы,
если представителям дальнего зарубежья или ближнего будем излагать это именно в том свете, что именно Сталин и Берия являются инициаторами всех тех репрессий, террора и прочих негативных моментов, которые, увы, которыми, если не изобиловала, то, во всяком случае, и не была скудна советская история. Террор начался еще почти с 1918 года. И, ежели уж говорить, то в меньшей степени к ней приложил руку Лаврентий Павлович Берия. Здесь этой информации нет, наверное, опять-таки, исходя из сущности самой выставки. Самой выставки, потому что тут именно не история, допустим, пребывания отдельных лиц, представителей, отдельных представителей грузинского народа укормила власти. Но этот вопрос, он, наверное, и тут не может себе найти такого прочного, очень даже обоснованного места, опять-таки, в силу характера выставки. Выставка, она призвана решить следующую задачу – создать определенный эмоциональный настрой и дать некую общую картину, ознакомить в общем любого из посетителей. Ежели он желает углубиться, пожалуйста, к его услугам фонды, к его услугам, допустим, библиотеки, государственный исторический архив и так далее и тому подобное. Выставка, она очень скромно, очень строго отвечает именно тем задачам, которые исходят из ее идейного, из ее научно-информационного содержания. Ну, увы, они были расстреляны как раз в 20-х годах, в частности, когда было подавлено восстание 1924 года. Вот тоже генерал Константин Абхазий, который был исключительно деятельным участником этого восстания, и многие его другие соратники, да, они были исключительно деятельной частью русской царской армии, ну, еще даже в 19 столетии грузины, выходцы из Грузии, они составляли, если мне не изменяет память, где-то 7% генералитета офицерского состава. Бородинское сражение, два генерала, Багратион, командующий армией, генерал Ияшвили, и еще 26 генералов-офицеров в общей сложности, высшего ранга. Ну, как раз все они пострадали в результате вот этих репрессий. Они пострадали, наверное, можно сказать, двояко и стали двоякими жертвами. Они были старорежимными, естественно, бывшими царскими генералами, царскими старшими офицерами. И, кроме того, они были борцами за независимость Грузии, что было нетерпимо для советской власти. Для советской власти, которую представляли представители всех национальностей, которые были членами большевистской партии.